У животноводов региона ответственный период – зимовка скота. Стоит задача сохранить поголовье, повысить продуктивность и рентабельность животноводства. Серьезная работа в этом направлении проводится в Сырымском и Шенгурлауском районах. Зимовка в Сырымском районе проходит благополучно. Местные фермеры запасли достаточный объем кормов. К этой зиме было заготовлено 174 тысячи тонн сена, что составило 103,2%. В целом по Сырымскому району на 133 зимовках имеется более 51 тысячи крупного рогатого скота, 84 тысячи мелкого рогатого скота, 26 тысяч лошадей, 97 верблюдов. Кормов хватит до самого апреля месяца. Зимовка зависит не только от высококачественных кормов, но и от наличия техники и нужных специалистов. В крестьянском хозяйстве Бекжан насчитывается 210 голов маточного поголовья, 400 овец и 110 лошадей. Кормов хватит до наступления весны, уверен фермер. Кормов на зиму хватает с запасом. Имеется 2600 рулонов сена. Из 210 голов 92 маточное поголовье. Зимовка проходит хорошо. Уверен, что трудностей до конца зимы не возникнет. Зима – серьезный экзамен для животноводов. Шенгурлауские фермеры подготовились к этому сложному периоду со всей ответственностью. Погода также благоприятствует сельчанам. У нас 120 голов КРС, 70 лошадей. Заготовили 3000 рулонов сена. На сегодняшний день осталось 2200. Корма в достатке. Как вы сами видите, животные откормленные. Учитывая прошлогодние трудности с кормами, животноводы основательно подготовились к нынешней зимовке. Сено запасли с избытком. Летом крестьяне отлично потрудились, заготовили сено, уверенно начали зимовку. В хозяйстве 296 голов КРС и готовимся к котелу. Лошади на выпасе, в случае чего мы можем их загнать в стойло. Сена хватает. В целом в районе насчитывается около 39 тысяч голов крупного, 40 тысяч голов мелкого рогатого скота, около 9 тысяч лошадей и 54 верблюда. До весны в запасе еще 110 тысяч тонн кормов. Алексей Кочемасов, Альбина Кумаргалиева, Алтынбек Абделов, телеканал Акжаик.